Всем привет, всем привет. Меня зовут Максим Каладжиджи Фэмили. Какой-то хоророк у нас тут намечается. Не помню даже, как он называется. Но я думаю, сейчас нам покажет. Мы подъехали и увидели какого-то призрака за воротами дома. И он улетел. Не знаю куда. Мы на какой-то Ниве приехали. Ой. Это должно быть страшно. А, называется игра Ghost. Призрак. Опс. Ага, нормально. Ну, похоже, приезжать сюда была плохая идея. Нас кто-то ударил по голове лопатой. Так и что? Кружок. Это загрузка. Все, это мы. А есть какие-то настройки? А, Ghost Stories. Скажи, пожалуйста, что есть русский. Корейский. Японский. А, есть русский. Ништяк. Так, на всякий случай я поубавлю. Так, что-то звук совсем пропал. Этот замок нужно как-то открыть. Ну давай, пойдем, посмотрим, что за дом. В принципе, все светло. Как сюда попал? Ужасно болит голова. Я не помню, что произошло. Я могу тебе напомнить. Ты приехал сюда, вышел из машины, тебе кто-то ударил лопатой. Ты увидел какой-то призрак, и все, в принципе. Гараж, судя по всему, жильцы дома редко куда-то ездили на машине. Есть фонарик у меня? Фонарик есть, ништяк. Тут что? Батарейки, тут автоматы. Ну, не в смысле, которыми стреляют, а в смысле, которые предохранители, типа. Ну, в смысле, я бы... Свет есть? Ну, учитывая, что автоматы здесь лежат, вот счетчик. А, его двигать можно. Шарики. Не, ну, в принципе, вот я включу. Наверх включу. Подожди. Как правильно-то? Я запутался. Свет не горит, что так, что так. Аккумулятор есть. Блин, ну что-то интересное на самом деле. Ну нет. Все правильно должно быть вот так вот. Счетчик новый, кстати, только-только установили. Там еще ничего не натикало. Может быть, надо, правда, взять и поставить его туда? Тут, может, не хватает? Нет, нет. Ладно, пойдемте посмотрим, что тут еще есть. Можно бегать. Причем очень быстро. Хорошее место для отдыха всей семьей. Кто-то тут любил посидеть, покурить. Ага, и аптечка сразу. А, ее взять можно с собой. Все хорошо. Я думал, покурил и сразу это... Полечился. А в этом доме живут идиоты. Садовник, похожий на зомби. Две воршливые дамы. Психопат Марк. Шизик, ученый Михаил. И неуправляемый пацан, забыл, как его зовут. Сначала меня напоили тухлым чаем. Потом Марк угостил еще более тухлым вином и коньяком. Чтобы покончить с этим, у меня созрел гениальный план. Вернее, тогда он казался гениальным. Засыпать Марио комплиментами, предложить то, чего она хочет, и чтобы все видели. Увести ее, а потом вернуть обратно. План говно. Да еще и чуть не прилетела от Марка. Иван. Видимо, какой-то парень влюбился в девушку, блин. Бассейн давно высох. Да, тут что? Ничего. Ничего совершенно. Музыка к чему играет, не пойму. Как будто я не в игру. Ой, кстати, наверх можно залезть. Ну-ка. Зачем-то можно залезть на крышу гаража. Тут есть, кстати, кислород. Я взял лопату. Окей. Я взял лопату. Как теперь безопасно тут слезть?
Все понятно, можно просто спрыгнуть. Пойдемте тогда на кладбище, либо цветочки выкопаем. Одно из двух. Лопата нам нужна либо для цветочков, либо для кладбища. Ну, третьего не дано. Третьего не дано. Кладбище — жуткое место. Кто придумал строить кладбище сразу за домом? Так, какая-то записка. Здесь покоится Виктория, 98-й год смерти. Федор. А, Федор, это же Федор вроде бы письмо-то писал. Эвелина. Я вернулась из Франции и вызвала такси, чтобы побыстрее попасть домой. Я так спешила, что не успела позвонить. Он открыл мне дверь, опустил глаза и побледнел. Сказал, что меня не ждал. А за ним стояла моя лучшая подруга Анфиса с полотенцем на голове. Мои руки сильно дрожали, и я пошла в комнату, села на диван, и он так и остался стоять в дверях. Я сказала ей оставайся, собрала вещи и ушла. Он бежал за мной, что-то кричал, но я не слышала уже ничего. Ну как он мог? Мы ведь так верили друг другу, теперь я все знала. Мой любимый мне изменил, и это конец. Это моя предсмертная записка, Эвелина. Ага, понятно. Михаил, Анатолий. Они, походу, все умерли. Можно раскопать. Альберт. Мартин. Скорцезе, что ли? А, лопата мне для чего? Я могу что-то раскопать? Не могу. А можно как-то инвентарь? Ай. Зайти в дом. Лопатой. Или что это? Не, ну пойдемте в дом попробуем зайти. Нарисован... Это что? Лестница? Нет. Написано «Зайти в дом» и нарисована лопата и фонарик. Чайник. Ой, в смысле чайник. Этот, лейка. Надо будет что-то полить. Такое ощущение, что музыка вообще не отсюда. А, часы называются «Призрак». Блять. Фух. Я не ожидал. Я немножечко не ожидал. Пойдем, куда ты меня ведешь? Отнести мяч на могилу Мартина. Люблю лето, все дети гуляют, А меня заставляет сидеть дома. И зачем меня родители привозят сюда, когда тут нельзя гулять? Дядя Марк так взбесился, когда я играл с мячом в зале, что проткнул его. Но дядя Иван починил, он хороший, но редко к нам приходит. Еще у меня случилось горе. Пропала моя красная машинка. Я думаю, ее похитил дядя Михаил и удерживает ее в плену. Тогда я пытался выследить его, но он орал на меня. А еще тут просто отвратительная еда, Мартин. А, мячик? А где мне его взять? Это глаз, это не мячик. Так, это мы берем. А где у фонарика расход батареи? Тут уже можно выключать свет. Хорошо. Наверное, все-таки вот рубильник, то что там. А где задание пишет? Где мячик? А, это тарелка просто. Ой-ой-ой, нет, не надо. Все, меня засосало. Опасная трясина. Уже стемнело на улице, да, походу? Не надо мне звонить. Кто мне сегодня целый день названивает? Спички детям, не игрушки. Так, ну ладно, пойдемте. Пойдемте искать что-нибудь. Подсказка. Призраков не существует. Так, вот эта вот машинка зеленая. Хотя там вроде красная какая-то машинка была. Какие-то странные подсказки. А, я могу прыгать даже. Ой. Так, этого тут не было.
Велика не было тут. Блин, ну это... Я так понимаю, что это еще ранняя версия. Картина офигительная, кстати. А если я музыку выключу, а эффекты сделаю погромче? А, ну во. Все, а то мне музыка что-то поднадоела. Может посмотреть, куда он бежит? Блять. Смешно тебе? Наблювал в ванной. Да что его так веселит, я что-то не пойму. Блять. Так, ну вроде бы... Ладно, пусть тут... Это что такое? Меня это убьет? Что это такое? Ладно, выключи воду, а то я тут оглохну. Так, ну призрак ушел сюда. Где мне найти мячик? Еще один там... Это что такое? Шприцы. Там ничего. Это музыка такая? Аптечка еще одна. Гаечный ключ. Закройся. Блять! Плоскогубцы. Офигеть, сколько тут предметов. Я сейчас, подождите, пока все. А можно положить, чтобы она начала играть? Чтобы это все значило. Ладно, читаем. Похоже, в этом доме, кроме меня, мозги никому не выдали при рождении. Весь дом на мне, так еще и гостей приглашают без моего ведома. Будто у нас тут ярмарка, ненавижу гостей. Я заметил, что моя жена Мария флиртовала с Иваном. Я заметил это уже после того, как допил бутылку и не рассчитал силы. Ну так ей надо, с таким лицом она теперь не будет флиртовать. Хотел еще Ивану зарядить, но его и след простыл, а на утро мне было уже не до него. Весь двор зарос, пришлось нанять садовника Константина. Тот еще идиот занял денег, еще и спер мое кольцо. Потом сам приполз на карачках, попросил работу садовником. Комнат свободных не было, поэтому поселил его в подвале. Окей. Нахожу какие-то пуговицы. Или что-то типа... Что тебе там все смешно-то, блядь? Смешно ему там все. Сколько раз я говорила Марку продать этот дом и купить дом поменьше. Я даже нашла несколько вариантов поближе к городу, но он даже слушать не стал. Можно тогда и автомобиль купить, а то гараж превратится в кладовку. Везде грязь, я вам в домохозяйке не нанималась. Не для всего этого я оканчивала театральный институт, чтобы убирать за всеми. Я хочу свет софитов, сцену зрителей, а не убирать пыль целыми днями. Иван обещал мне все это, но, видимо, держит меня за дуру, которая в это верит. Мария. Это не мячик. О, кто-то дождь хавал. Ха. Винишко. Да хватит трогать. Как дурак, резетки. Ключ от кладовки в подвале. Окей. Расческа. Лопата на крыше. Это я взял уже. Как мне вот это... Выключи нафиг.
Что за звук? Блять, ты кто? Да не... Ой, убежал. Блять, у меня аж мурашки пошли. Ой, ходит. Тут, походу, призраки только ходят, но они, в принципе, не то чтобы страшные. Уже тут. Человек, дам подушки тебе. А, фонарик вон вижу, кончается. Сиди тут. Ладно. Пойдем по другим комнатам. Тимофей был убит. Хорошо, я запомню это. Я это запомню. Надо выйти на улицу, там монетка лежит. С подсказкой. Так, это подвал. В него я пока не пойду. А, блядь, он дерется? Ай, блядь, больно же, ты чё? Да тут все закрыто. Да. Пошёл. Печально, но вы погибли теперь, ваш призрак будет в этом доме. Да вот ты чё такой психованный призрак? Да уж, вот такая вот игрушечка. Ладно, не буду я заново начинать. Совершенно непонятно, что делать. Вообще все это зачем? Зачем все это? Непонятно. Просто читать истории, это не так интересно. В общем, ладно, ребятушки. Был такой вот инди-хоррор, гоуст-стори. Причем это вторая часть. Да, это вторая часть получается. В общем, с вами был Максим, канал GG Family. Надеюсь, что вам понравилось и вы поставите лайкосик. На этом все, всем пока.